Дорогие друзья школьной лиги Роснано, за эти почти уже 10 лет мы действительно стали друзьями. И очень знаменательно, что нановый учебный год этого сезона открывается именно в тот день, когда завершается предыдущий сезон. Именно сегодня в Артеке завершается программа восхождения нано. Это показывает, что у нас с вами, хотя мы и школа, нет каникул, нет периода, когда нам было бы неинтересно узнавать что-то новое, заниматься теми науками, теми исследованиями, которые нам с вами интересны. Предстоящий год будет не менее интересным. Вы уже знаете, что одна из самых актуальных тем современного развития науки и экономики России взята нами за основу в деятельности следующего года. Я обращаюсь в первую очередь к ученикам. Мы приготовили для вас и еще приготовим массу разных сюрпризов, новых интересных мини-курсов, в которых вы сможете участвовать и попадать в наш любимый наноград. И обрадую учеников 5-6 классов. С Артеком мы тоже продолжаем сотрудничать, поэтому тематика одна, но в Артеке мы тоже программу следующего года будем ориентировать на нашу новую тематику. Ну и, конечно же, все успехи наших учеников, всех наших наноградцев – это огромный кропотливый труд педагогов. Поэтому вам, наши коллеги, которых уже так много по всей стране, что мы не всегда узнаем друг друга даже в переписке, я желаю плодотворного учебного года, интересных встреч, занятий, общений с учениками, потому что вы умеете их вдохновить, вы умеете их зажечь на новые исследования, на новые научные открытия. Поздравляю вас с нановым учебным годом!